29 декабря на площади у Мемориала Славы прошел общегородской новогодний праздник. Силами администрации Гагарского района и отдела культуры был организован общегородской новогодний праздник. На площади третьей части Мемориала Славы у главной елки 29 декабря собрались сотни горожан и гости города. Символы Нового года – Дед Мороз и Снегурочка – поздравили взрослых и детей с наступающим 2019 годом. Маленьким горожанам, которые читали стихи у елки, вручались подарки. Вечер украсила Снежная королева, а взрослым и детишкам удалось растопить ее ледяное сердце. Руководство Гагарского района поздравило горожан с наступающим Новым годом, пожелало всем мира и добра. От имени администрации Гагарского района хочу всех поздравить с Новым годом. И наших старших, и самых маленьких, и гостей, которые приехали к нам в Гагру. 2019 год наступает не за горами. Прошедший год, который 2-3 дня, который осталось, был непростым. Много мы наметили, что-то сделали, что-то у нас не получилось. Но я надеюсь и верю, что вместе с вами в будущем году мы справимся со всеми нашими задачами и планами. Мы украсим и улучшим наш город. Хочу пожелать вам самое главное – это крепкого здоровья, благосостояния, достатка в домах. И пусть желания, которые будут загаданы под бой курантов, пусть они все свершатся. Праздничный вечер был продолжен концертной программой. Зажигательными песнями и танцами хозяев и гостей порадовали творческие коллективы Гагарского района, эстрадные артисты Абхазии и юные исполнители. Вечер завершился красочным салютом. Since I wait blessed no hope of Cinderella Absat jak na u nas Hashtag i tak gla Absat jeszcze na chcieć spad Ja zawsze zaszara I szpapa za ich trwa Drla dla nich szara Чаном сиява, чаном сиява.